Полина Джанабаева ищет свою любовь. И только в нашей программе она назвала свой номер телефона. 733-71. Попробуй дозвониться. Вот тот самый счастливчик, который первым дозвонился до звезды. Я не досягаю, но ты же дозвонился. Я телефончик оставлю. Конечно. Сможет ли мастер автосервиса покорить сердце красавицы? Кафе у нас называется «Рабочее колесо». Шкет привез машину в автосервис, чтобы ее посмотрел знаменитый на всю страну мастер. Чигары мы не плотники. Это Паша. Еще вчера самый обычный автотехник. А сегодня потенциальный жених солистки группы «Виагра». Паша, а как тебе удалось до Альбины дозвониться, а? Очень трудно. Поклонник Альбины Джанабаевой дозвонился до звезды в обеденный перерыв. А если Альбина приедет с поломанной машины, ты сможешь починить? Без проблем. Ты хоть песни-то «Виагры» какие-нибудь знаешь, а? «Виагру» не нужно знать, ее нужно смотреть. Это верно. Певица назначила встречу Паше в его же мастерской на окраине Москвы. Но звезда опаздывает уже на 2 часа. Во, ты как здесь очутился? Я так не мог передохнуть, я решил. Пока твою Альбину дождешься, терпения не хватит. Сегодня Шкету не выспаться. «Виагра» уже здесь. Кто из вас Паша, парни? Вот он, мастер «Золотые руки». Привет. Не родней. О, какое счастье к тебе приехало. Заехала. Это тебе. Спасибо большое. Ты не поверишь, ради встречи с автомехаником Альбина Джанабаева отменила концерт. Ну, покажи мне свое рабочее место, я же должна знать. Долго с ней возишься уже? 3 месяца. Три месяца. Либо у Паши не золотые руки, либо вообще этот случай такой запущенный. Звезда обожает сильных мужчин и хочет посмотреть на Пашу в деле. Жидкость есть? Жидкость есть. Хорошо. Омывание, я имею в виду, в очках. Все смазано. Машина в таком же идеальном состоянии, как и ее хозяйка. Так что мне не к чему прикопаться. Паша, какой ловелас, ловелас. После такого каждый порядочный мужчина должен сделать женщине предложение. Как мужчина, я должен тебя пригласить на чашечку кофе. С удовольствием. Придорожное кафе – отличное место для свидания звезды и автомеханика. Так, вот здесь мы пьем чай, да? Ну вот так обедают скромные автомеханики. Почему да, нет? Выбирай. Альбина не стесняется. Смело берет в руки меню и заказывает самое дорогое. О, ватрушка. Я буду ватрушку. Альбин, как часто ты бываешь в подобных заведениях? Ну, как сказать, как часто? Не часто. Красота «Виагры» – страшная сила, понял Шкет. Ведь теперь он тоже мечтает жениться на подруге Альбины. Надежда у нас не замужем. Надежда? Да. Надежда. Хорошо. Конечно, хорошо. Ну что, завтра едем? К Наде? Угу. Ну, я договорюсь с ней. Альбин, помоги. А Паша не верит своему счастью. Девушка его мечты и накормила, и прогуляться пригласила. С тобой встретился. А, ну понятно. Теперь могу спать спокойно. Нет уж, спи теперь неспокойно. Без тебя я всегда неспокойно сплю. На такие слова солистка «Виагры» ответила просто песней. Говори медленнее. Из новой песни. Паша расстроен. Трехчасовое свидание пролетело как 5 минут. Приятно было познакомиться. Заезжай еще. Yes! Звезда уехала, но ты не поверишь. Она обещала вернуться к самому нежному механику в автосервисе на окраине Москвы. Все, пока. Удачи. Не плачь, мальчик. Женим мы тебя на Наде. Ты не поверишь! Сумасшедший!